Но стоит только подняться на два марша, нет ни подводов холодной горячей воды, ни канализационной трубы. Петроградка как на ладони. Хорошенько лажанулся. Здесь аналогичная картина. Так, надо объяснять, что это за пятно и откуда? Это просто распечатанная бумажка на принтере. Сразу же бросаются вот эти серые безликие двери. Убогий марш, по-другому не назвать, ничего не отмыто, но зато осветительных приборов нет. Вот здесь мы во дворе видим, что здесь вообще нет деревьев. Сюда вот, честно, не хочется заходить. И обратите внимание, вот здесь видно, что текло очень сильно отличается от рендеров застройщика, где трубы под воду непонятно. Обратите внимание, огромное количество машин. В ванне нигде нет труб. И так пойдет. Друзья, подпишитесь на канал. Здесь говорят правду. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Я задал вопрос в Инстаграме. Нужен ли обзор жилого комплекса «Новый Лестер»? И вы ответили «да». И вот я здесь. В первую очередь застройщик сдал 8 февраля 2022 года. Нам обещали, и мы видели на рендерах, зеленые дворы, детские площадки, красивые входные группы в стиле арт-деко. Стиль арт-деко – это как раньше строили сталинские дома. Детский сад, школу с детским садом во второй очереди и многое-многое другое. Согласно проектной декларации застройщика и акта ввода в эксплуатацию, в комплексе всего будет 2441 квартира. 50% от общего числа квартир займут однокомнатные квартиры, а почти 45% займут двухкомнатные квартиры. В комплексе нет студий, что я считаю отличным показателем. Квартиры представлены от однокомнатных до трехкомнатных квартир. На сегодняшний день однокомнатная квартира в строящемся доме стоит от 9 200 000 рублей. Это сдача в третьем квартале 2023 года. А уже в сданном доме можно приобрести однокомнатную квартиру от 10 100 000 рублей. Напротив жилого комплекса «Новый Лестер» находится жилой комплекс «Притяжение», где в сданном доме однокомнатную квартиру можно приобрести от 9 500 000 рублей. Чуть дальше от жилого комплекса «Новый Лестер», но ближе к станции метро «Лесная», возводят жилой комплекс «Кантемировская 11» со стоимостью однокомнатной квартиры от 8 600 000 рублей и сдачей в втором квартале 2022 года. Парковочное место в жилом комплексе «Новый Лестер» вам обойдется от 1 600 000 рублей. Напротив, в жилом комплексе «Притяжение» машинное место уже будет стоить от 2 100 000 рублей. В подземном паркинге я насчитал всего 893 машинное место. Напомню, что в комплексе будет 2461 квартира. Так что делайте вывод, нужен вам паркинг или нет. Про социальные объекты и транспортную доступность я рассказал подробно в своем видеообзоре жилого комплекса «Притяжение». Ссылку оставлю в описании к этому видео. Пройдите и посмотрите. Минимальное расстояние между домами у корпусов 2-3 и 2-4. Нужна помощь с покупкой и продажей недвижимости? Обращайтесь. А теперь рассмотрим сданный комплекс подробно. Погнали! Это выход во двор. Мы здесь видим почтовые ящики, большое количество остекления, но вот с подъемником, конечно, здесь не так все радужно, как хотелось бы. Очень хорошая отделка, смотрится очень красиво. Плитки, стенки, везде зеркала, розеточная группа. Понимаю, что когда-то поставят светильник, почему-то сдали, а этого нет. А небольшая высота потолка, наверное, здесь где-то около 2.30-2.40, вот в этом помещении. Плитка Армстронг, ну, я не сказал бы, что самая дешевая, но и не самая, соответственно, дорогая. Так выглядит камин, он сейчас отключен. Камин производства Электролюкс. Будет, конечно, очень все красиво смотреться, если здесь все отмоют. Ну, первое, конечно, вот он, самый основной парадный вход, консьерж. Название жилого комплекса, отсутствие светильников. Вот такие места, да, когда ты видишь, могли бы сделать, хотя бы затрапировать в этом же стиле, смотрелось бы симпатичнее. Почему-то отсутствуют установленные там розетки-выключатели. По мне странно в данном доме. Первое, что портит картину, по мне, это вот такая дверь. Если бы она была бы как входная, смотрелось бы все намного лучше и интереснее. Лифтовой холл.
Лифты работают, и мы сейчас с вами, друзья, поднимемся на последний этаж. В комплексе установлен грузопассажирский лифт производства Steinberg. Едет очень тихо и приятно. Поднимаемся, вот 12 этаж. Открываются двери, и мы выходим. И я вам сейчас кое-что покажу. Видите, он в длину. То есть вот очень здорово, что сделал его застройщик именно так. То есть когда вы будете какие-то длинномерные и крупногабаритные предметы загружать в этот лифт, вам будет очень удобно. Обычно застройщики ставят лифты вот так, и это очень удобно. Здесь сделано хорошо, молодцы. Управление лифтами, счетчики. Здесь должны быть рукава, пожарные рукава. Мы видим, что они здесь почему-то отсутствуют. Очень странно. Здесь тоже его нет. А здесь мы видим, что система перекрытия, стоит запорная арматура, но поэтому почему-то здесь нет никакого окна. Вот такие двери. Двери, конечно, смотрятся, по мне, знаете, как в обычных, недорогих, панельных, эконом-класса жилья. Могли бы сделать что-то поинтереснее. 12 этаж. Нигде почему-то нет указателя, что вот там находятся квартиры, там еще что-то. Ну и обратите внимание, что большое количество грязи, видно, за собой убирает мусор. Но когда обычно сдается дом, то в проекте застройщика, если мусор не указан, то госкомиссия к этому придирается. Обратите внимание, почитайте, друзья, статью 55 градостроительного кодекса, как застройщик получает акт ввода в эксплуатацию, и вы сразу все поймете. Идем. Межквартирный коридор. Первое, что мне, например, не нравится, это нет указателя, где находится какая квартира. Двери, широченные двери, симпатичная отделка, но при этом, видите, всего лишь один замок. Вот по мне это очень странно. Нужно было бы хотя бы два их здесь ставить. Почему один, непонятно. Ну и вот такая дверь. Ну вот, знаете, даже не то, что дверь, а сам вот этот цвет, он очень сильно выбивает вот это все, скажем так, из колеи. То есть, если был бы цвет там какой-то другой, они бы сделали это в стиле отделки, как-то выделили, смотрелось бы по-другому. Вот входные двери в квартире хорошие, но для меня, например, минус лично, что всего лишь один замок. Поэтому, когда приобретаете, всегда этот момент тоже нужно уточнять. Давайте пройдем, посмотрим, что нас ждет, друзья, впереди. Тут еще несколько квартир. Вот мы видим клапан. Его установили, но забрало почему-то до сих пор не поставлено. Вот еще один клапан. Выглядит, конечно, это не так радужно, как, конечно, бы, например, хотелось мне. Лестничный марш. Аккуратно, красиво. Нет дурацких вот этих переходных балконов. Большое остекление, много света. Видим мы здесь, что такая жиденькая, совсем недорогое ограждение и неотмытый лестничный марш. В краске мусор. Последний этаж. Здесь тоже мы видим мусор. Сейчас посмотрим, сможем ли мы с вами выйти наверх. Ах, закрыто. Ну да, вот видите, здесь уже с отделкой поленились. На металл нанесли штукатурку, она со временем отвалится. Можно было сделать намного аккуратней. Но, к сожалению, есть то, что уже есть. Странно, что вот здесь нет никакого люка. Могли бы, конечно, поставить люк, но на данный момент это смотрится вот так. Открыл окно, только хотел сказать, что классно настроена фурнитура. И вот это, смотрите, вот он. Видите, вот до конца не установили. И, конечно, вид такой удручающий. Я про уплотнитель, друзья, вот ближе приближу, чтобы вы просто сами могли посмотреть. Ну, естественно, все не отмыто, все в грязище. Штукатурили. Видно, закрыли все не очень качественно, потому что везде очень много грязи, краски и всего остального. Слышите вот этот противный звук? Это слаботочка, возможно, пожарка. Да, скорее всего, она. Вот. Да, похоже, все-таки вот отсюда идет звук. Здесь мы видим, да, что вот видите, что-то мигает, что-то ему не нравится. Тишина. Зуммер дымоудаления работает. Здесь просто, ну, отверстие не назвать, просто дырка в гипсокартоне. Так, смотрим, слаботочка. Мусор.
ничего не подписано, хотя должны были. Странно очень. Большой плюс, что еле заметный стоит от застройщика ограничитель двери, то есть дверь не будет попадать ручкой в стенку. Так, и здесь не бетон, надеюсь, хоть кирпич. Давайте покажу немножко особенности. Обратите внимание, что мы видим с вами балконы, как их назвал, да, застройщик, и мы видим вот это забрало. Это как раз для того, чтобы вы могли нормально установить кондиционер. Кондиционер забирал как раз воздух. Если попаду, будет интересно посмотреть, есть ли там система вывода конденсата. Пока, кстати, хожу, ничего не могу сказать плохого по фасаду. Сделано ровно, красиво. Нигде пока не видел подтеков. Вот шел с верхнего этажа, с 12, соответственно, вниз. Это 6, если не ошибаюсь. И везде все хорошо. То есть вот это меня, друзья, честно говоря, радует. Потому что обычно с винтфасадами, когда их монтируют, происходят различные нестыковки. Издалека, кстати, он смотрится такой, как сплошной, но на самом деле это вот плитки и видны клеймеры. Но застройщик здесь клеймеры сделал вообще в цвет этих панелей, и их вообще просто не видно, друзья. А вот, кстати, вторая очередь. Вот она вдалеке, видите, где экран, вот как раз ее строят. Монолит, кирпич и газоблок. А сейчас вам кое-что покажу. Так выглядит стандартный в этом подъезде личный марш. Окна, все здорово, все хорошо, недорогая совсем отделка. Я бы не сказал, что это комфорт-класс, вот видя вот эту действительно отделку, или бизнес-класс, обычный эконом, особенно учитывая вот эти сами двери не из дорогих и внешний цвет этих дверей. Ну вот мы видим, да, система отопления в подъезде. Она идет, опа, просверлили, а должна была идти выше. А заделать то ли не нужно, то ли, и так пойдет. Чуть было не забыл, обратите внимание, что нумерация квартир – это бумажки, приклеены на скотче. Кроме ручки, замка, глазка, красивой обшивки, у нас нет ни звонков, ни чего-то другого. Вот так, так и сдают. То есть звонки каждый себе установит разные, и будет смотреться в целом это не очень приятно. Красиво, красиво, вернее, красиво. Тоже хочу зайти посмотреть. Хорошо строите? Да. Отделку делаете, да, ребят? Нет, это витраж. А, интернет? Витраж. А, витраж сейчас пройдут уже. Так, это у нас однокомнатная квартира от застройщика. Плюс, что автоматы вывесены наверх, они подписаны. Наверху они хороши, потому что если были бы здесь на стенке, то было бы уже проблематично поставить шкаф. А так он как раз нормально сюда встанет. Стенки, газоблок, штукатурка. Кстати, обращаю внимание, что она тут сантиметр, то есть на первый взгляд стены достаточно ровные. Ванная комната, туалет. Ох ты, тут даже есть свет. Плюс низкий уровень канализации, это большой плюс. Счетчики, запорная арматура, дополнительный выход, скорее всего, для пожаротушения, вентиляция, все трубы. Нормально, смотрите, как нормально все держится, друзья. И все трубы закрыты еще теплошумоизоляцией. Так, ну-ка, ванна. А, в ванне нет лампочки. Ванна, кстати, небольшая. И особенность, друзья, что в ванне... О, как видно стало. В ванне нигде нет труб. Ни канализационной, ни под воду. Только розетка. Комната. Комната с нишей. Такие комнаты любят. Я с собой взял своего незаменимого друга. Это электронная рулетка. И при помощи нее, прям со стяжки, мы измерим высоту потолка. 2,76. Ну, это обычная классическая высота. Могли бы сделать, конечно, и чуть выше. Вот здесь, если обратить внимание, есть вопросы примыкания. Видите, штукатурка не до конца доходит. Вот это обязательно нужно смотреть, чем там зачеканился весь этот шум застройщик, чтобы была нормальная шумоизоляция квартиры. Ну, напротив, жилой комплекс притяжения. Сразу отмечу, что окна смонтированы на пластину, на анкерах. Обратите внимание, сколько много пластин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Держится крепко. Для того, чтобы... Забыл, как штука называется. Напишите в комментах. Для того, чтобы воздух к вам заходил. Окна
Здесь заштукатурено, но, соответственно, нужно будет ставить подоконник. Радиатор теплый. Вода входит прямо из-под пола. Могли бы сделать и стены, тогда вообще бы ничего не было. Но застройщику так проще и дешевле. Открываем окно. Обратите внимание, огромное количество машин. Вот я перед тем, как приехать сюда, сделал, друзья, три круга. Еле припарковался. Здесь парковка очень тяжелая. Так что, если вы не приобретете паркинг, то я даже не знаю, где вы будете парковаться. Здесь везде стоят либо знаки, либо еще что-то. Ну вот видите, вот такие моменты есть на фасаде. То есть почему-то вот такие большие расстояния может сделать, если было, конечно, и поменьше. Но в целом выглядит достойно. Не знаю, только видите, вот здесь он подмок, так должно быть или нет. Не знаю, есть профессионалы, напишите в комментариях. Но пока внешне, с виду, он намного ровнее, чем напротив комплекса притяжения. Ламинированные окна или окрашенные. Смотрится красиво. Фурнитура, кстати, хорошо работает. Слушайте, молодцы, очень хорошо настроено. При этом, кстати, сама фурнитура, сами ручки, они базовые. То есть это самое недорогое, что есть. Вау, здесь даже есть уголок, смотрите. Практически ровно. Молодцы. И еще у нас кухня. Здесь совсем небольшая кухня, вентиляция, канализационный вывод, а под воду ничего нет. Где трубы под воду, непонятно. Но спасибо, хотя бы есть розетка под плиту. И у нас здесь есть такой балкончик. Так, что мы тут прячем? Ага, там даже нет утеплителя, просто закрыто. А как эти плиты называются, знаете, парни? SML-плиты, да? SML-плитами. А здесь у нас, скорее всего, да, там утеплитель, мокрый фасад. Он холодный, да-да-да-да-да. О, слушайте, я же хотел еще посмотреть. Так, вот забрал для кондиционера, а труб нигде не видно, да, куда будет выходить конденсат. Сейчас разрешите, вот здесь нету. Нет, нету. Ну, вот, получается, только забрала, да, соответственно, вывода конденсата у нас нигде нет. Будете собирать в бутылочку по старинке. Кстати, отлично работает витраж. Алюминиевый. Одно стекло. И вот такой красивый вид. Я, честно, удивлен, что ни в ванну, ни на кухню нет вывода воды, а в ванне еще и нет канализационных труб. То есть, получается, вы должны сами будете прорубать отверстие, прорубать окно в Европу, в туалет, для того, чтобы запустить воду и, соответственно, канализационные трубы. Ну, по мне, очень-очень странное решение от застройщика. Впереди мы видим двор. Выходим. Вот, кстати, вот они, кляймеры. Расстояние достаточно большое, но оно, по крайней мере, одинаковое. О, наверху, видите, как закрыто от влаги, от снега. Молодцы. А звука громкого нет. Понимаю, когда будет идти сильный дождь, особо напрягать не будет. Ну, видите, да, кустарник. Деревьев я здесь вообще пока не вижу. Какие-то мелкие елочки. Очень сильно отличается от рендеров застройщика. Вот только посмотрите, да, вот они такие. Не знаю, выживут они вообще или нет. Просто так три штуки натыкали. При этом отмечу, что в проектной декларации застройщика просто указано, что будет трава, кустарник и деревья. В каком количестве и какие, об этом застройщик умолчал, так как у него есть полное право. И мы на приобретании можем вообще, в принципе, понять, где чего и как. Вход в один подъезд, вход в другой подъезд. Мне лично не хватает больших цифр для того, чтобы я точно знал, что это там третий, второй подъезд там, и так далее. Заезд в паркинг. Кстати, мы сейчас сюда можем и зайти. Тут дверька-то открыта. Пошли посмотрим. О, как много снега. Как вкусно пахнет. Ну, заходишь в паркинг, здесь, конечно, нет ощущения, что ты в комфорте или в бизнесе. Все очень недорогое. Обычные лестничные марши бетона, не отмыто, криво-косо. Господи. Слаботочка. При этом паркинг они сдали. Добрый день, друзья! Меня зовут Николай Гражданкин. Я руководитель отдела продаж строительной компании «Отдел строй». Мы с вами находимся в многоуровневом паркинге.
Обратите внимание на просторные места, на широкие проезды и удобную навигацию. Разметка. Нормально можно везде заезжать, подъезжать. Нормальная высота. Зайдем сейчас в соседний, посмотрим, что у них там. А вот здесь, кстати, смотрите. Что-то такое непонятное. А, нет. Это, похоже, гидроизоляция мозоли показалась. Еще один паркинг. Здесь, кстати, асфальт. Обычно просто красит бетон специальной краской. Это нижний уровень, куда уходит вода, и, в принципе, он должен насос ее высасывать. Почему-то она здесь стоит. Но обратите внимание, что паркинг длиннющий. Большое количество здесь будет мест. Ну, вот видно, была какая-то влага, но при этом потолок сухой. А на первый взгляд, вот здесь были протечки. Вот они, видите? Вот они, вот они. Подойду ближе, чтобы потом не говорили, что это компьютерная графика или еще что-то. И обратите внимание, вот здесь видно, что текло. Причем так нормально текло. И вот оно, вот оно. То есть вода, друзья, здесь была. Не знаю, будет или нет, что-то исправил застройщик или нет. Это, естественно, покажет время. Если вдруг есть у вашего места такой недостаток, обращайтесь к застройщику, гарантия 5 лет. Вот они, лестничные марши. Да. Почему, знаете, не сделать, как некоторые другие застройщики делают, это все более так дорого смотрится, приятно заходить. Сюда вот, честно, не хочется заходить и не хочется его приобретать. Хотя другого выхода нет, потому что если его не приобретешь, то парковаться особо негде. Фасады домов выполнены в элегантном неоклассическом стиле по уникальным современным технологиям. Ох, вижу деревья, друзья. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Понятно, что, кстати, высокие деревья, большие. Здесь не будет каких-то райских садов. Вставлю рендеры застройщика для того, чтобы вы просто могли сами понимать, как выглядят рендеры застройщика, как выглядит все на этих рендерах и как это выглядит вот сейчас на данный момент. Просторные дворы безопасны, полны света и зелени. Сегодня у нас, друзья, четверг, 17 число, 14.03, детская площадка. Не скажу, что сделана из дорогих материалов, но зато есть детский садик. Ну, вот здесь мы во дворе видим, что здесь вообще нет деревьев. Здесь, похоже, внизу только находится асфальт. Обычный вход, вход со двора. Название комплекса — парадная номер один. Нумерация квартир этажей снизу вверх, все как и должно быть. И видите, здесь небольшое количество квартир, например, на первом этаже, ну, дальше чуть больше. Система допуска. В принципе, все неплохо, но вот такие открытые места, оголенный кусок металла, видите, трубы его отпилили, естественно, пойдет ржавчина. Нужно как-то по мне это все закрывать. Заходим. Слушайте, ну вот первое впечатление очень-очень положительное. То есть большая входная группа, достаточно большая. Но первое, что не нравится, для чего ступени наверх? Просторные парадные холлы украшены каминами, декоративными часами и зеркальными панно. Почему этого было не сделать? Или ладно, сделали ступени наверх, почему вот здесь нет лифта? Чтобы могли люди подняться на первый этаж, чтобы им это было удобно, комфортно, чтобы не делать вот это. Это же стоит денег. И вот эта конструкция, как правило, она никогда не работает. Очень-очень редко она вообще работает и функционирует. Название — новый Леснер. Видите, герб типа вот под Питер, мне кажется, сделали. На сайте застройщика там есть такая история красивая, там бла-бла-бла. Но, в принципе, все смотрится здесь здорово. Мне нравятся высокие потолки. Портит здесь единственное, что для меня — это недорогие потолки. Могли бы сделать плитки, ну, по-другому или сделать, не знаю, что-то более интересное, например, как свод идет вот туда дальше, проходит, как-то выделить все, грильяту повесить, смотрелось бы это прикольно. Кстати, даже та же обычная грильята в крестик смотрелась бы лучше. Поднимаемся, здесь большое количество окон, большое количество света, есть большое зеркало. Друзья, подпишитесь на канал, здесь говорят правду. Значит, дверь. Вот сами дайте свою оценку двери. Вот по мне, если бы она была бы другого цвета, было бы больше остекления, смотрелось бы, ну, совсем иначе. К примеру, как вот здесь.
Вот, она здесь смотрится классно, стильно. Я понимаю, что это комфорт или, может быть, даже бизнес, но не эконом точно. А вот это я смотрю, для меня вот это просто эконом. Зачем так было экономить, непонятно. Но, с другой стороны, понятно, деньги. Осветительных приборов нет. При этом мы с вами, вот, смотрите, видите, два контакта торчат. Кто-то что-то понесет, не дай бог, заденет. Приятного, как говорится, мало. Ручку сломали. Здесь тоже есть зеркала. Это прикольно. Можно делать классные фото, классные селфи. Ничего не закрыто. Клапан смотрится уродски. У меня другого просто нет слова. И какой-то слышу... Слышу, где-то проходит воздух и где-то чего-то там пиликает. Непонятно почему. Для меня еще самое интересное, что обычно вот эти конструкции застройщик, маркетологи застройщика никогда не отмечают. То есть их обычно нет. То есть показывают как раз, делают кадры вот этого всего без вот этих элементов, чтобы вы не видели вот это уродство, которое они здесь наделали. Так, пойдем. Лифты у нас светятся, значит, один лифт работает. Два лифта. Так, что у нас с пожарными рукавами в данном доме? Но здесь их тоже нет. Смотрим зумер. Зумер функционирует. Вот не дай бог что-то, я даже не знаю, если у тебя нет пожарных рукавов своих туда. Вот это. Здесь находится система связи с лифтом. Если вдруг кто-то застрял в кабине, то всегда МЧС может связаться. Но, блин, как-то, не знаю, внутрь бы поставили, сделали бы лучше. Кстати, обратите внимание, так, уйдь наискосок, чтобы пыль, что ли, слетала или что, почему было ровно не смонтировать. Мне, честно говоря, непонятно. И сами вот смотрите тоже, да, вот, вроде сделано все ничего. Но почему не сделать другой цвет, почему не покрасить? Смотрелось бы совсем по-другому, например, более другой бы цвет выбрали, смотрелось бы уже лучше. Здесь у нас, оп, выход в другую часть двора. Видим почтовые ящики. Почтовые ящики нормальные, красивые. Такие циферки есть. Я уже видел такие почтовые ящики в других комплексах. Ну, вот такой, конечно, элемент смотрится с такой отделкой очень недорого и с такой дверью. Убогий марш, по-другому не назвать, ничего не отмыто, но зато вот так сделали красиво. Раз марш, два марш, а дальше обычный металл. Вот так это все происходит. Ну и здесь, конечно, когда вы закрыто выходите, здесь там 4-5 ступеней вниз, ну, соответственно, с коляской не очень, конечно, практично и удобно заходить. Давайте вызываем лифт и поедем на последний этаж, посмотрим. А, друзья, на улице идет постоянно снег с дождем, поэтому снимать на улице не очень комфортно. Будет возможность, естественно, я все сниму, но показываю вам все изнутри. Надеюсь, вы меня, друзья, поймете. И подпишитесь на канал и поставите лайк. О, лифт приехал, пошли. Так, это кто у нас? Грузопассажирский, он тоже стоит правильно. То есть сюда очень комфортно ставить длинномерные предметы. 12 этаж, едем. У нас здесь видно камера, сейчас переключу, покажу вам все. На время заселения лифты покрыты защитной пленкой. Камера, понимает застройщика, обшито все фанерой. Торчит саморез. Ну, здесь первое, смотрите. Во-первых, лифт, все здорово, хорошо. Куда мне звонить на случай, если он остановится? Я вот, честно говоря, не знаю. Здесь потому что даже кнопки вызова нет диспетчер. То есть ее просто здесь нет. Застряли вы в лифте, не ловит, к примеру, сотовая связь, и что вам делать? Очень-очень, конечно, странно. Такой звук специфической остановки. Открываются двери, и мы с вами выходим. 12 этаж. Сразу же бросаются вот эти серые, безликие двери. Провода, слаботочки. Знаете, шкаф, такое ощущение, что вот-вот он отвалится, вот именно здесь. Ну, такой... Ну, вот это тоже, да, сами видите. Но зато то, что здесь здорово, нет дурацких переходных балконов, обычная лестница, можно по ней прогуляться, спуститься вниз, и отсюда, конечно, с верхних этажей будет отличный вид. Давайте зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Может быть, другая ситуация. Ну, вот смотрите, заходим. Нумерации квартир нет, где какая. Двери аналогичные.
смотрится красиво, но это просто распечатанная бумажка на принтере. Раз, два, три, пять квартир на этаже, это приятно. Отделка нормальная, обычная, но не сказать, что это комфорт. Для меня вот эта отделка вызывает только восприятие, как, знаете, в обычном эконом-классе дома. Но сделано, друзья, все аккуратно. Аккуратно сделано. Вот здесь, к примеру, нет ограничителя. Это плохо, потому что если здесь его не поставить... Вон, видите, вот уже расцарапали. То есть постоянно будут бить дверью сюда. Здесь тоже нет ограничителя. И вот это место будет не очень комфортно, если выходят одни, выходят вторые. То есть будет какая-то заминка. Вот здесь мы тоже не видим ограничителя. И здесь почему-то его тоже нет. Я вот не знаю, установят эти ограничители или нет. Если установят или не установят, обязательно напишите в комментарии. Будет мне очень интересно узнать, сделал застройщик это или нет. Но на данный момент ничего нет. Отмечу, что все уже давно сдано. Теперь мы с вами прогуляемся по лестничному маршу. Обратите внимание, что здесь вот такое трясущееся ограждение. Видите, как... Пошли на самый верх, будем смотреть. О-о-о. Так, надо объяснять, что это за пятно и откуда? И вот это. Или вы сами уже понимаете, что это протекла влага? Блин. Вот знаете, здесь пока не ходят, криво вылито. Могли бы хотя бы, я не знаю, там отшлифовать, покрасить краской. Но смотрелось бы по-другому. Но почему-то этого не сделали. Свежая лужа. Воды. Я понимаю, что вот тут из клапана она потихонечку капает. Ничего хорошего в этом нет. Закрыто. Малярную ленту так и оставили. Здесь аналогичная картина. Ну, да. Вот такие моменты, к сожалению, не очень приятные. Вон, видите, здесь тоже накапало. Капает вот оттуда. И все вниз. Школа и детский сад внутри квартала есть только в жилом комплексе «Новый Леснер». Во дворе в первую очередь детский сад, во дворе будет в вторую очередь это школа с детским садом. Но, друзья, учтите, наличие школы и детского сада прямо в вашем доме не означает, что именно ваш ребенок пойдет в этот детский сад и, соответственно, в эту школу. Вы должны это знать и понимать. Лестничный марш, лифтовой холл. Обратите внимание, раз лифт грузопассажирский и пассажирский. И вот выходишь, и вот здесь как-то вот, блин, в пещеру реально как будто попал. Почему так узко, непонятно. То есть где-то кто-то из проектировщиков хорошенько лажанулся. Слышали, как свистит? Прикольно, да? О, вроде снег прошел, пошли. Так, закрыто, значит, с этой стороны. Надеюсь, не закрыли, а то придется со второго этажа вниз прыгать. На улице идет легкий дождик. Ну а здесь такой променад, когда идешь, ведешь ребенка к садику. Справа-слева деревья высокие, метра по 2,5, может быть, даже выше. Даже есть травка. И без дурацкого ограждения этой травы, как это мы видели, к примеру, в недавнем моем видео про Приморский квартал. Есть вот такое ограждение. Ну, по мне, это какая-то вообще глупость. Об него можно споткнуться, я не знаю, ребенок может упасть. Детский садик в 3 этажа смотрится очень-очень-очень приятно. Очень красивый. И, полагаю, внутри там тоже будет все круто. Смотрите, прикольно, здесь на зеркале часы. Очень стильно сделано. Квартиры. Ага, лифтовой холл здесь, в этом гейтере. Вот здесь. Как его спрятали-то? О, лифт работает. 9-й этаж. Нам на него и как раз нужен. Там идут работы. Там, похоже, то ли какая-то каморка. Вон, видите, здесь тоже будут часы. Еще стрелочки пока нет. Вот так выглядят стеклопакеты. Двойные стеклопакеты, достаточно широкие. Здесь 2,5 сантиметра, на взгляд. А здесь и двухкамерные стеклопакеты. Так, заказ, позиция 7.04.20, 2 года им. Ну-ка, что у нас здесь? О, здесь тоже нет. Тоже, вот, таджик. 9-й этаж.
знакомый лифт. О, вот здесь, где кнопочка есть. Ну, я понимаю, смысла вообще проверять нет, потому что никто не ответит. 9-й этаж, выходим. Ну, вот все, в принципе, как обычно. Запах дыма сигарет. Строители курят прямо в квартирах ваших. Это у нас двухкомнатная квартира. Я сейчас поснимаю. Вы не против? Хорошо. Спасибо. Значит, здесь мы видим большую ванную. Обратите, кстати, внимание, что здесь, перед тем, как нанести штукатурку, здесь как это, типа серпянки. Слушайте, это очень здорово. И видны следы бетоноконтактов для того, чтобы была лучшая адгезия. Молодцы. Значит, также низкий уровень канализации. Для чего он нужен, друзья? Потому что вы можете установить прямо вот здесь унитаз, можете поставить его дальше. Это здорово, когда он на таком уровне, а не как я, например, снимал, что это у нас было? Да, в Приморском квартале, он там сантиметров 10-15, наверное, от стяжки. Это реально очень высоко. Очень высокий уровень канализации. Если был бы он ниже, то было бы все намного проще. Счетчики. Забыл, как называется. Кто помнит, напишите в комментарии, пожалуйста. Что-то у меня с памятью стало плохо. Видно, все коронавирус. Фильтры грубоочистки, запорная арматура. Вот здесь какой-то уголок идет. Там, наверное, проходит то ли заземление, то ли что-то. Но вот смотрите, вентиляция просто обычная. Я не понимаю, почему не делают механическую вентиляцию. Для меня странно. Но факт есть факт. Вот здесь есть нюанс с установкой двери. Скорее всего, здесь под полотно рассчитано 80 сантиметров. Ну да, вот видите, 88 сантиметров, полотно 80. Ну, конечно, здесь не хватает кусочки стены нарастить. Здесь и, соответственно, здесь. Ну, как-то... Либо просто вставлять арку. И при этом это у нас помещение жилое. Это у нас, друзья, не кухня. Сильный ветер. Ох, как метет, друзья. Ну, только посмотрите, обратите внимание на вид. Красиво. Петроградка как на ладони. Вон, видите, ремонт будут делать. А штукатурина от застройщика. Ну, на первый взгляд, неплохо. Но здесь такая горбиночка есть. Ну, это, в принципе, ничего страшного. У нас здесь туалет. Здесь, в отличие от другой квартиры, мы видим, что есть у нас и трубы, и канализационная труба. Кухня, потому что здесь вентиляция. Смотрите, розетка, выключатель, розеточная группа, где трубы от застройщика. Как это он сюда их не вывел? Нет ни подводов холодной горячей воды, ни канализационной трубы. Вообще ничего. Очень-очень странно. Но зато здесь, видите, кусок стены нарастили, и, соответственно, наличники нормально встанут. А вот здесь нет. Еще одна комната с выходом на балкон, как это назвал застройщик. Ну, первое для меня минус, это вот, смотрите, проем всего лишь 75 сантиметров. Ну, это, в принципе, как в советских панельках, то есть очень узко. Широкие двери, дверь стоит дороже, чем стена, поэтому, соответственно, делают большую стену и маленькую входную группу. Значит, здесь у нас мокрый фасад, есть капельники, аж 3 штуки для чего-то. Ну вот мы видели, да, что там, соответственно, у нас пустота, сам балкон, естественно, холодный. Прикольно, что квартира на две стороны, видна и Петроградка, виден и двор. Широкое окно, он как упирается, и отсюда можно рассмотреть и детский садик, и, соответственно, двор. Во-первых, здесь я сразу обращу, что вот здесь достаточно большое расстояние до соседнего дома. Смотрится фасад, мне нравится, как смотрится. Вот там за детским садиком вторую очередь застройщик сейчас возводит. Фасад смотрится красиво, вот, мне нравится. Каких-то вот косяков по фасаду, вот реально хожу, смотрю и не вижу. О, вот здесь есть ржавчина. Это нехорошо. Герметиком прошли, но не до конца. Вот эти, видите, вот здесь стык. Вот тут не прошли. Надо все, конечно, внимательно очень смотреть. Вот эта мастика намазана так от души. А когда будете принимать квартиру, обязательно с собой берите приемщика, компании, которой вы доверяете. А также при на улице температуре до плюс 5 возможно делать тепловизионный осмотр помещения. Обязательно, друзья, это делайте, не экономьте. Это стоит не так дорого,
Но если застройщик сделал некачественно примыкание и установил некачественно окна и двери, выходящие там, на лоджии или там, другие помещения, то тепловизионный контроль, осмотр, вернее, это обязательно покажет. Ну а если вам нужна помощь в приемке, оставьте заявку на моем сайте andreyartemov.ru, и я вам помогу. Ширина двери почти метр, вот самого полотна 97 сантиметров. Это круто. Ну вот видим внутри ручка, вот он замок один, и вот он второй. Ночная так называемая заглушка. Все. В этом корпусе очень-очень тепло, я даже снял шапку, потому что спотели мои оставшиеся волосы на голове вместе с бородой. Ну вот, лестничный марш и зачет. Только, конечно, хотелось бы, чтобы застройщик делал ограждающие конструкции чуть дороже или вообще дороже, чтобы это смотрелось красиво. И везде вы убирали пыль, вы убирали грязь, потому что потом это все будет делать управляющая компания, естественно, за счет жильцов, потому что у нее других нет денег, только как от нас с вами. Вот видите, о чем я? А тут недорогое ограждение, а здесь уже совсем другой вид. То есть видите, как все смотрится красиво. Но стоит только подняться на два марша, и мы видим совсем другую картину. Вот сюда зашел, чуть не заблудился. Нигде почему-то нет указателей. Выход там, лифты там, квартиры там. Блин, не понимаю, почему так сделали? Жилой комплекс «Новый Леснер». Жилой комплекс «Притяжение». Даже есть вот такая красивая арка. Не до конца смонтирована. С доступом. QTech. Мир доступнее. Интересно, есть ли у них мобильное приложение? Сейчас скажу, друзья, свое личное мнение. На него не стоит полагаться, потому что у каждого нравится что-то свое, что-то особенное. И, как говорится, на вкус светлого мастер разный. Если бы я выбирал бы себе квартиру в жилом комплексе «Леснер», либо в жилом комплексе «Притяжение», то я бы приобрел бы в «Леснере», потому что мне больше нравится фасад и дворы. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, оставьте свой комментарий, приобрели бы вы квартиру в Леснере, либо вы приобрели бы ее в жилом комплексе «Притяжение». Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи.